Здравствуйте, с вами снова я, Александр. Я хочу рассказать вам сегодня о коляске для погодок. И сразу хочется, наверное, сказать спасибо инженерам этой компании, потому что они сделали реально продуманную, недорогую и качественную коляску, которая удовлетворит, наверное, большинство требований родителей, у которых двое детей. Для тех, у кого одинакового возраста детей, для тех, у кого поменьше, побольше. В общем, называется она Juvi Caboos Ultralight. Вот она перед вами. Прежде чем начать рассказ о коляске, расскажу вам сначала ее технические характеристики. Она предназначена детям с 3 месяцев и до 2,5-3, там уже спокойно лет можно ездить детям, особенно на втором месте для постаршего, но я покажу вам чуть-чуть позже. В общем, достаточно долго вы можете пользоваться этой коляской, поэтому имейте это в виду, с 3 месяцев, не раньше. И сразу скажу, она ультралайт называется не просто так, она для такой коляски, она легкая. Она весит всего 9,5 или 9,6 килограмм. Это немного для такой коляски. Вот, сейчас она перед вами стоит в нестандартном виде, потому что я сюда установил второе сиденье, которое вот это вот, оно покупается отдельно, оно в комплектацию сразу не входит. Его нужно приобрести, чтобы вы могли пользоваться им, если у вас погодки одинакового возраста дети, чтобы было им удобно. Позже я его сниму и покажу, как с разным возрастом детей здесь возить. Вы сразу можете оценить размеры коляски, как здесь реализован капюшон. Козырек здесь он достаточно большой. Для второго ребенка здесь с органайзера высовывается с кармашка вот такой еще маленький козырек. Он пристегивается на замочек здесь и, соответственно, тоже от солнца защищает ребенка. Если дождик пошел, можно немножечко украсть козырек от переднего ребенка и прикрыть немножко заднего. Вот, ну, тут как бы, понимаете, компромисс. Вот. Что касается материалов, материалы здесь вообще очень приличного качества. Все хорошо сшито, строчки ровненькие, все вообще без вопросов. Сделана она достаточно хорошо, как я уже говорил. Так, давайте я так немножечко уберу козырек, чтобы показать вам, как эта коляска сделана для ребенка того, что спереди. Комплектацию входит сразу бампер. Бампер здесь выполнен, скажем так, в виде столика с подстаканничками. Здесь можно что-нибудь там разложить ребенку, даже какую-нибудь еду дать поесть себе спокойно. Вот, это тоже очень удобно. Так, что касается здесь безопасности, помимо бампера, здесь установлены, все очень так мощно закреплено в ней. Уберу, чтобы было виднее. Здесь система пятиточных ремней используется. Из минусов нет мягких накладок ни на плечах, ни на паховой зоне. Сиденье, в принципе, вы видите. Здесь никакого компромисса. Нормальное полноценное сиденье с высокой спинкой. Она жесткая, ничего никуда не прогибается. Есть возможность регулировки спинки по наклону. Вот это вот максимальный угол наклона в переднем сиденье. Это ориентировочно 160 градусов. Дальше, к сожалению, не положить, потому что второму ребенку тоже нужно как-то там находиться. Вот. И когда вы его поднимаете, оно не под 90 градусов, но угол вообще отличный. Ребенок не сильно назад завален. Вот. Также у ребенка есть подножка, которая, насколько я помню, она здесь тоже регулируемая. Вот. Она пластиковая, легко чистится. Естественно, будет царапаться, но куда деваться, дети. Вот. Есть хорошая, удобная подножка. Это тоже классно. И также ребенку можно легко залезть на коляску, наступив на подножечку. Так. Что еще? Давайте теперь посмотрим на эту коляску на второе сиденье этой коляски Juvi.
Так, я отстегну козыречек, чтобы он нам не мешал разглядывать. Второе сиденье выглядит вот так. Оно, как я говорил уже, повторюсь, приобретается отдельно, устанавливается за ребенком. Вы видите, здесь он как паровозиком, они друг за дружком сидят. И при том, при всем, что они паровозиком, коляска не гигантская, она войдет даже в обычный стандартный лифт. Точные размеры, характеристики я добавлю в описание, пройдите, посмотрите. Но проблем никаких, ни в ширину, ни в длину, все вообще четко. Вот, при том, при всем, что когда ребенка вы посадите сюда назад, на второе место, у него достаточно много места для ног. Благодаря тому, что здесь установлен очень большой багажник, он очень глубокий, просторный, выдерживает, если я не ошибаюсь, около 5 килограмм. Сейчас я посмотрю точно. Нет, я вас немножко обманул. 2,5, грубо говоря, килограмма будет выдерживать багажник. Ребенку туда становиться ножками нельзя. Вот. И из-за того, что он глубокий, ребенок может спокойно сидеть, и у него ножки не будут доставать до дна. Конечно, становиться ему туда нельзя, за этим нужно следить. Вот. Также, что касается безопасности, здесь тоже пятиточная система ремней используется, все стандартно. Вот что мне понравилось, когда вы устанавливаете, вот здесь на подлокотниках мягенько, как будто бы полноценный подлокотник используется. Также и здесь спереди, то бишь ребенку нигде ничего не повредится, ни обо что, не ударится, не поцарапается. Все вообще оббито, все классно получается при установке. Также плюсом, что могу отметить, здесь тоже есть возможность наклона спинки. Вот так она сидит. Вот так мы вот посадили ребенка. Угол, опять же, не 90 градусов, но близко к этому. Ребенок может полноценно, нормально сидеть. Хотите положить ребенка отдохнуть, можно сделать вот так. Конечно, угол у переднего кресла гораздо более лежачий, чем у заднего. Ну, опять же, здесь не реализовать ее полностью лежачей. Если здесь будем опускать полностью, то придется вот так гулять, это неудобно. Поэтому здесь тот самый комфортный минимум, который может понадобиться для прогулок с ребенком. Коляска, кстати, что хочу заметить, она не создает ощущение, что она какая-то громоздкая, туго рулится. Она спокойно управляется одной рукой. Это все реализовано благодаря очень качественным, хорошим колесам с мягким материалом. Это не надувные, естественно, колеса. Вот, они из-за того, что материал мягкий, гасит тоже мелкую неровность. Амортизации здесь, ну, назвать ее какой-то эталонной я не могу, но вот она есть. Спереди достаточная, в принципе. Если бы, конечно, были надувные колеса, было бы мягче, но тогда она была бы уже нелегкой. Вот, давайте посмотрим, что у нас сзади. Амортизация здесь сзади есть, но она немножечко уступать будет передним колесам. Ну, в любом случае, основной вот удар, тряску получается, это происходит из-за передних колес. Вот. Это что касается колес. Давайте взглянем на раму. Рама полностью железная. Она очень качественно, хорошо сделана. Вопросов по качеству у меня вообще нет. Никаких. Колеса, естественно, у нас с тормозами, передние колеса у нас с возможностью блокировки, чтобы преодолеть неровность. В общем, вопросов никаких. Что касается тормоза, давайте сразу. Вот у нас педалька справа-слева, она соединена механизмом в одно целое, и, соответственно, когда с одной стороны нажимаете, блокируются сразу оба колеса. В этом плане все отлично. Сразу хочу заметить, в комплектацию входит этот органайзер, из которого дополнительный козырек достается. Здесь пару таких небольших кармашков на задней части, типа такого кошелька сделано. На замочке можно телефон положить. Правда, сейчас у всех такие телефоны, что в такой кармашек не поместится. Ну да ладно, какой есть. Вот, давайте я сейчас
уберу сиденье, которое приобретается отдельно, и мы посмотрим, как здесь, как пользоваться этой коляской, когда дети не одинакового возраста, а разного, то бишь сзади у нас постарше, спереди помладше. Для этого нужно отстегнуть у нас здесь парочку, здесь кнопочки. Все, здесь все элементарно, на самом деле, и быстро происходит. Вот, вот так оно отдельно в коробочке продается, и я думаю, оно очень сильно выручит вас, это сиденье. Стоит оно, причем, совсем не таких больших денег. Ссылку я тоже добавлю в описании, посмотрите. Так, ну вот, представим, что у нас спереди маленький ребенок, комфортненько себе там сидит, отдыхает. Рядом с вами ребенок там где-то 2,5 года, допустим. Вот, и здесь он может сидеть, вот назовем это так, не сиденье, а лавочка. Причем для заднего ребенка тоже есть ремешок, которым можно воспользоваться и пристегнуть ребенка именно на месте пояса. Плечевых ремешков здесь нет. Ну, это тоже, в принципе, очень хорошо, что хотя бы так есть. Вот, ребенка посадили, он может спокойно себе ехать и в вашу сторону смотреть. Может, в принципе, с этого сиденья отодвинули туда глубже, встать вот здесь вот на вот эту подножку и стоять вот здесь вперед, глядя, например. Вот так будет козырек для переднего, здесь будет стоять старший. Устал, можно, в принципе, и посидеть. Поэтому, не знаю, вполне продуманная конструкция. Вообще, классно, когда двое детей, очень интересно. Сразу, как говорится, повезло сильно. Так, давайте теперь попробуем ее с вами сложить, посмотреть, как она складывается. Что для этого нужно? Вот здесь по бокам есть рычажочки, за которые мы тянем. Сейчас. После чего толкаем ее вперед. И опускаем ее до щелчка, точнее говоря, здесь вот крючок с правой стороны фиксируем, и вот что мы имеем. Подножку, естественно, можно поднять, и преимущество в том, что она, ну, конечно, она место занимает какое-то, но она для двоих детей. Преимущество в том, что она катится, вам не нужно ее там напрягаться, тащить. Вот вы пошли. Из-за того, что она весит 9,6 килограмм, в принципе, даже мама сможет ее там в багажник положить сама, пару этажей пронести. В принципе, это возможно. Назвать ее неподъемной, язык не поворачивается. Поэтому вполне себе все здесь здорово в этом плане для транспортировки. Единственное, чтобы... А если вы уже едете куда-то, можно скинуть бампер и козырек, и как раз вот на это вот расстояние она станет компактнее, если нужно сэкономить место в багажнике. Вот, собственно, как это работает. Не знаю, по-моему, все классно. Вот. И про ручку, кстати, я вам не сказал. Ручка здесь у нас тоже выполнена классическим образом, обтянута губкой. Насколько знаю, она у нас не регулируется. Да, она по высоте, к сожалению, не регулируется. Ну, и так здесь много чего можно регулировать. Ручка, к сожалению, не регулируется. Но вот у меня 186 сантиметров рост, и мне кажется, вполне себе удобная высота. Плюс-минус там 5-10 сантиметров, я думаю. Ну, минус не знаю, но плюс точно. Спокойно будет себя чувствовать родитель при прогулке. Вот. Поэтому
Все, что хотел рассказать вам про эту коляску, я рассказал, подытожу. Вначале сказал, что она сделана хорошо, качественно, и она стоит недорого. Добавлю ссылку в описании. И достаточно продуманная и компактная, крепкая коляска с амортизацией. Не знаю, это, по-моему, находка для погодок, и при поиске коляски для ваших детей я бы рекомендовал обратить на нее внимание, потому что реально, ну, придраться не к чему. Если посмотреть, сколько она стоит, пройдите по ссылке, взгляните. Претензий к ней вообще никаких, она недорогая и продуманная, поэтому смотрите, выбирайте. Вот. Если это видео вам было полезно и интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не понравилось, ставьте дизлайки. И в заключение, большое спасибо первой коляске за то, что предоставили ее на обзор. Вот. А вам хочу пожелать хорошего, правильного выбора и всего доброго. До свидания.